Всем привет! Ко мне пришла вот такая вот посылочка сегодня. И на улице у нас опять же таки жарко. Заказала себе еще пару красавчиков. Не могла устоять, потому что один цветущий, а второй фантазийник. Мне очень он понравился. Не знаю, как дошли, потому что шли не новой почтой, а Укрпочтой. Укрпочта у нас иногда не очень хорошо доставляет посылки, но это и зависит от упаковки. Если хорошо упаковано, то ничего не случится. Ой, какой маленький. Это что? Это что-то очень маленькое. Тут так вот написано. Я такого не заказывала. По-моему, это подарок. Самое интересное, и садится батарейка. Так, тут, наверное, должно быть самое интересненькое. Хорошо запаковано, будем аккуратненько распаковывать. Чтобы было все хорошо. Сегодня жарко очень, так как и в прошлый раз, когда я распаковывала. Ой, класс. С ним все хорошо, как запакованный. Правда, продавец говорил, не волнуйтесь, все будет хорошо и доедет все хорошо. Главное сейчас это аккуратно все снять. Наконец-то. Это стрептокарпус земляничка, очень простой сорт, но мне он очень-очень нравится. Класс, как хорошо доехал. Огромное-огромное спасибо за хорошую упаковочку продавцу. И за подарочек. Это руда, руда или как правильно, это дарочек. Ставлю пример цветения, ну, довольно-таки миленький рыженький цветочек, как лисичка. Вот, вау, класс. Так, и там еще есть.